Концепция открытия первого в России мемориала труженикам тыла, строителям безмолвных рубежей и второго форума городов трудовой доблести одобрена в Москве на совещании в Управлении президента России по общественным проектам. Накануне программу презентовал глава Чувашии Олег Николаев. Мемориал намерен открыть 1 июля. К этому событию будет приурочена патриотическая акция «Эстафета вечного огня» от стен Московского Кремля до мемориала строителям безмолвных рубежей. Олег Николаев предложил объединить усилия и поддержать предложение к открытию объекта провести эстафету вечного огня. А по маршруту ее следования в городах трудовой доблести Дзержинске и Нижнем Новгороде организовать тематические мероприятия. Одновременно с открытием мемориала будет дан старт второму Всероссийскому форуму городов трудовой доблести «Рубежи Победы», который пройдет в столице Чувашии 1-2 июля. Его участниками станут делегации из 44 городов трудовой доблести.